Здравствуйте, представляем вашему вниманию лот номер 2 Aldi Shorts Mix, страна Германия, демисезон. Количество в мешке 16 штук, вес мешка 4 килограмма 760 грамм. Шорты мужские и женские. Шорты хлопковые. Размер 66-68, карманы, здесь также внизу карман на липучке, молния, выточки под ремень, карман сзади. Такие бриджин джинсы, размер 36, средний стретч, карманы, молния, выточки под ремень, сзади карманы. Такие шорты, внутри этих шорт еще одни шорты, они на клепке, то есть тут получается из одних шорт двое шорт будет. Карманы на молнии, светоотражающие полоски, размер 52-54, молния, выточки под ремень. Здесь также внутри еще липучки есть, чтобы утянуть, создать резинку. Сзади нет карманов. Такие шорты, они утепленные, с начесом, размер 36-38. Такие джинсовые шорты, стретч, карманы, пуговицы, выточки под ремень, сзади карманы. Размер 38, с лампасами, косые карманы, молнии, выточки под ремень, сзади нет карманов. Размер 50, карманы, стретч на резинке, сзади один карман. Шорты джинсовый, размер 38, карманы, молнии, выточки под ремень, сзади карманы, стретч, джинс. Хлопковые шорты, здесь карманы, также на липучке. С той и с другой стороны просто карманы, молнии, выточки под ремень, сзади карманы. Размер 56, состав хлопок. Размер 52 от хлопок, множественных карманов. Размер 46 джинсовые. Хлопковые, 52 размер. 54 размер, также множественных карманов. Хлопковые, 48 размер. Спасибо за внимание.